Как-то раз первокласснику Леониду стало интересно, какие из технических устройств помогают человеку с глубокой древности. Изучая литературу, мальчик узнал, что один из таких приборов – флюгер. В итоге юный исследователь задался вопросами, и детское любопытство переросло в целую научно-исследовательскую работу. Цель исследования – изучить особенности флюгера и изготовить усовершенствованную его модель с ветрогенератором. Флюгер можно использовать для разных целей – определения и скорости ветра, отпугивать птиц и грызунов в качестве молниеотвода, усиливать тягу в дымоходе, вырабатывать электричество. Леонид изготовил флюгер с ветрогенератором и выяснил, что он не только показывает направление и силу ветра, но и преобразует энергию ветра в электричество. В ходе работы 7-летнему Леониду Кравченко пришлось выявлять среднюю годовую скорость ветра в Сочи. В итоге первокласснику с помощью флюгера-ветрогенератора в темное время суток удалось определить скорость ветра по интенсивности свечения светодиодов. У остальных участников конференции «Первые шаги в науку» темы исследовательских работ не менее оригинальные. Измеряется ли вдохновение циркулем? Мой любимый Сочи в математических задачах. Как поймать облако? Изучение мидий в качестве фильтраторов. В каком фрукте города Сочи больше всего витамина С? Предотвращение ДТП с помощью нейросетей. Все это творческие проекты с целью, объектом, предметом и гипотезой исследования. Нужно сказать, что если раньше больше, чем половины мы отсеивали работ на заочном этапе, то сейчас большая часть все-таки принимается к участию в нашей конференции. То есть качество подготовительной работы улучшилось значительно. Единственный в России регион, Краснодарский край, в котором сложилась единая система подготовки исследовательских работ ребят на протяжении от школьного этапа до всероссийского. Большая часть наших ребят поступает в аспирантуры ведущих вузов нашей страны. Очень много количества наших детей сейчас уже и за границей в аспирантуре учатся. То есть в Великобритании, в Америке наши ребята очень хорошо себя показывают. За 20 лет конференция «Первые шаги в науку» повысила качество образования в Сочи, утверждают сами педагоги. Исследовательская и проектная деятельность помогают школьникам учиться самостоятельно мыслить, эффективно решать проблемы и работать на результат. Именно авторов лучших научно-исследовательских работ назовут 25 января. Инга Габеши, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.